Добрый день всем! Вас приветствует меховое ателье. И сегодня я вам покажу растяжку дубленки. Очередная дубленка, которая стала маловато на нашу клиентку, и нам надо ее растянуть. Манекен я сейчас одела 54 размера, вам покажу. Это, конечно, размеры больше, чем нашей клиентки, потому что у нас манекен 116 по груди, а у клиентки 109, и здесь по груди 104, а у нашей клиентки 98. И, конечно, мы же не будем увеличивать полностью на 54 размер, естественно, но этот манекен позволит вам показать разницу, насколько она была и насколько она увеличилась. И это будет существенно заметно, так как сейчас между пуговицами и петлей вот такое вот расстояние. Может, мы, конечно, перешьем потом пуговицы дальше клиентки, потому что задувает заход, и ей неприятно, чтобы было теплее. И вот на столе контрольные замеры. Мы меряем сейчас обхват груди. И у нас обхват груди выходит 112. Обхват бедер, это где-то карманы идут. Нам даже больше бедра интересует, чем обхват груди, потому что груди более-менее свободненько, а в бедрах у нас узковато. Тоже 112 обхват груди, ой, обхват бедер. Ну, приступим к растяжке. И вот готовый результат нашей растяжки. Вы можете увидеть, что расстояние уже сократилось по бедрам. Так как я вам говорила, что обхват бедер 116 у манекена, а у клиентки 109. Мы растянули где-то на 8 сантиметров. Естественно, на манекене все равно это не застегнется. Но я специально на такой манекен надевала, для того, чтобы вы увидели разницу. Что все-таки работа произведена и увеличение произошло. Манекен все тот же, 54. Теперь сделаю контрольные замеры на столе. И вот контрольные замеры на столе. У нас грудь была 112 сантиметров. Мы ее сильно не увеличивали. Ну, немножко, конечно, потянули. 117. То есть у нас увеличилась грудь на 5 см. Этого нам достаточно. Теперь вот. У нас тоже были 112. И здесь 121. То есть у нас на 9 см мы увеличили бедра. Кому нравится наша работа, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!